У «Спарта» НТК сейчас непростой период. Травмы спортсменок мешают плодотворной работе. Но команда не сдается. На игру с «Динамо» из Новосибирской области они настроились оптимистично. Всегда вносятся корректировки. Потом не все игроки у нас здоровые, поэтому состав тоже меняется на игру. Ну и наши соперники тоже приобрели очень качественного игрока 3 дня назад. Канадская гражданка, вот, которая очень сильно, конечно, помогает нашим сегодняшним соперницам. А мы, да, меняемся. Я надеюсь, что будем еще усиливать свою игру. С первых минут игры динамовцы взяли инициативу в свои руки и повели в счете. Атака за атакой приносила им нужные очки. И все же «Спарте» НТК после взятого тайм-аута и наставления тренера удалось сравнять счет. Обе команды много атаковали, бросали трехочковые, разыгрывали быстрые комбинации. Не хватало только точности. А преданные болельщики с удовольствием смотрели захватывающий баскетбол, помогали видновчанкам своей поддержкой и верили в команду. Хотелось, чтобы выигрывали чаще. А впечатления, ну, самые положительные, мы всегда регулярно ходим. Везения, наверное, не хватает чуть-чуть. Так вроде ничего играют. Не хватает молодого азарта, который именно несут замены. Болельщица «Спарта» НТК Юлия Касатова занимается баскетболом уже не первый год. Поэтому не понаслышке знает, как непросто нашим девчонкам бороться с равными соперницами. Я желаю удачи, успеха, чтобы всегда выигрывали. Несмотря на то, что игра была очень равная, команда из Новосибирской области оказалась сильнее. «Спарта» НТК потерпела поражение со счетом 73-80 и опустилась на 6-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России по баскетболу. Анастасия Воронина, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.